воздушном шаре. Под любимые песни, разговоры по душам молодежь с разных уголков страны печет ароматное лакомство. Детали рецепта имбирного печенья ребята предпочли оставить в тайне. Однако в воздухе можно уловить ноты молотых пряностей – гвоздики, кардамона, мускатного ореха и корицы. Они придают неповторимый вкус и аромат готовой выпечки. Соблюсти верные пропорции помогают студенты старших курсов техникума питания и торговли. Ну и самое главное, это ингредиент, конечно, это же наша душа и любовь, и наша поддержка. А значит, до адресатов, бойцов специальной военной операции, печенье дойдет в целости и сохранности. Чтобы вместе со сладким угощением передать частичку тепла родного края, студенты колледжа нанесли на заготовки разные формы, пожелания для солдат и украсили гостинцы незамысловатыми рисунками в цветах флага своей страны. На первый взгляд это кажется очень трудным, но на самом деле это очень просто. Такой формат для общения и обмена опытом – элемент всероссийского конкурса «Большая перемена». Ульяновская область впервые приняла полуфинал образовательного соревнования. Участниками стали 850 студентов колледжей и техникумов Приволжского, Южного и Северокавказского федеральных округов. Закрытие полуфинала прошло во Дворце культуры «Губернаторский». Я уверен, что все вы получили удовольствие. Получили удовольствие от общения друг с другом. Получили удовольствие от общения с экспертами. Мы вам такую возможность предоставили. А еще возможность проявить себя сразу в 12 направлениях по разным дисциплинам. Образовательная программа организована под лейтмотивом «Создавая будущее и меняя мир вокруг». Это про инновации, искусственный интеллект, развитие инфраструктуры мегаполисов и сохранение экологии. В свободное время молодежь посвятила экскурсиям на предприятиях области и в музеях. Для каждого участника в жизни происходят и вправду большие перемены. Как в личности, так находится очень много новых друзей-единомышленников. На мой взгляд, Ульяновская область постаралась на все 100%. Это просто мега крутой суперский город, область колоритная, с изюминкой Советского Союза. На самом деле я очень интересуюсь этой тематикой, и я благодарна «Большой перемене», что она дала мне такую возможность посетить Ульяновскую область. Финал «Большой перемены» пройдет в ноябре. Площадки для участников организуют в Нижнем Новгороде. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.